Выходные под градусом. За три дня на дорогах Камчатки задержаны более 30 пьяных водителей. Еще 11 отказались проходить медицинское освидетельствование. Как рассказали в Краевой госавтоинспекции, за три выходных дня на дорогах края произошло 6 ДТП, в которых различные травмы получили 10 человек. Пьяные водители устроили две аварии с пострадавшими. Так, вечером 5 ноября на 13-м километре Мильковской трассы пьяный, не имеющий водительского удостоверения, 30-летний житель поселка Пионерский, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, превысил скорость, не справился с управлением и перевернулся. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. А 6 ноября на этой же трассе отличился нетрезвый 31-летний житель поселка Лесной. На Toyota Corona он ехал из Петропавловска в Мильково и на 91-м километре дороги не справился с управлением и улетел в кювет. Водитель госпитализирован в Елизовскую травматологию. Его 21-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.